Вчера Wall Street Journal опубликовал цитату Папы Римского о том, что чеченцы и буряты – самые жестокие национальности. Wall Street Journal. Это, как же вашу мать, извиняюсь, понимать, вернее, папу. Во-первых, привет всем, кто борется за свободную Ичкерию. Всем чеченцам. Всем народам, хотел сказать малым, на самом деле, коренным народам, которые борются за свое самоопределение. Я из того поколения, которому внушали, что все чеченцы – террористы. Очень хорошо помню это время. Гораздо позже я узнала, что важно, чтобы информация зашла подсознательно, очень важно, в каком состоянии человек ее воспринимает. То есть нужно напугать и сказать «чеченец». То, что сейчас делает, то, как сейчас конструируют этот миф о бурятах, да, то есть ужас, это буряты. Друзья, Папа Римский позволяет себе российские высказывания. Наместник Бога на земле. Остановите землю, я сойду. Потому что следующая остановка для нас, для бурят, если я правильно понимаю, называется Холокост, да? Когда я слушаю чеченских активистов, первое, что бросается в глаза, это как красиво, грамотно они, и как хорошо они говорят по-русски, как красиво они говорят на чужом языке, с каким уважением к чужому языку. Тогда у меня возникает вопрос. А настоящая культура – это когда кто-то судит о других по национальному признаку или когда кто-то учит чужой язык с таким уважением? С уважением. А для American Magazine, Wall Street Journal у нас есть встречное предложение, чтобы как-то уравновесить ситуацию. Мы можем рассказать вам про нашу бурятскую культуру, которая очень древняя, очень мудрая, красивая.